Ребята, привет еще раз. Хотела показать вам еще раз наш фонтанчик от Миасторы. И хотела сказать вам, что это реально крутая вещь. Вы вообще слышите, как он тихо работает? Очень нравится мне. Смотрите, он отключился, потому что кота здесь рядом нет. Вот только руку вот так вот проводишь. Вот здесь я вот. Вот это вот Бивекмус Мельда, да? Когда кот подходит к нему, он включается, да? Так он включается вот в розетку. Вот. И потом, когда уходит, он включается. И то, что он работает так тихо, это просто бомба. Потому что очень многие очень часто работают очень громко, и животные боятся этого звука и не подходят. Вот, видите, опять отключился. Вот наш Макс. Будешь пить водичку, Макс? Покажи, как ты пьешь. Покажи, как ты пьешь. Ну, если не напился. Напился, скажи. Вообще классный фонтан. Ой, молодец какой. Молодец какой мальчик. Умничка. Видите, он реально стал намного больше пить, вот как фонтанчик появился. Так как вода у нас чистая, с фильтра наливается туда. Поэтому, конечно же, он и пьет ее реально. А так кошки почему не пьют воду? Стоячую воду, во-первых, они не очень любят, да? Поэтому вот такие фонтаны — это супер идея, чтобы приучить кошку к воде.